Всем привет! С вами Сханоба Гейминг и игра Ghost of Etail. В прошлом видео мы пытались поговорить с кухаркой и получить у нее задание «Прием заказов», после которого можно будет все-таки выполнить задание «Потерявшиеся...» Ой, 5 контрабандистов и это задание, которое выследить хозяин. Но задание мы так и не получили, поэтому я решил продолжить выполнение. А куда это я забрел? А, ну понятно. Короче, про выполнение других заданий. И сейчас мы пойдем... Гасту и Фатат. Попробую у них закончить задание вот это украденное кольцо. Поговори с ними. Может что-то из этого у нас получится нормально. Я считаю, не уверен, честно говоря. Так, Фатат. Смотри-ка, мне нужно у вас кое-что забрать. Северное кольцо Силас говорит, что оно его. Его? Вот уж не его, мы его по-честному украли. Вообще-то за эту кражу как раз он нам и заплатил. Ага, а потом этот скрыга велел нас арестовать и притащить сюда. А как вас поймали? Там был сундук полный монет, устоять было невозможно. Но он был тяжелый, далеко мы не ушли. Гасту отказался его бросать. Они так блестели, это была золотая лихорадка. Золотая лихорадка звучит серьезно. Видишь, он все понимает. Откуда вы его украли? Из библиотеки в особняке дома Вотла. Он собирает предметы древности. Он скрыга. Очень богатый скрыга. Где сейчас кольцо? Хороший вопрос. Оно у нас не здесь, но рядом. Если мы расскажем, где оно, Силас нас выпустит. Обещать не могу. Есть кое-что, что ты можешь нам дать. Кое-что дороже любых богатств. Славу, ты закончил ту песню про нас? Ага, закончил. Ну послушаем, а потом решим насчет кольца. О. Плутовская свистопляска, может? Погоди. Давайте сейчас отвлекусь, чтобы лишний раз не косячить. И посмотрю в интернете, какую песню там мне надо исполнить. Конечно, такой подход не самый разумный. Ну, нечестно, конечно, я согласен с тем, что пользуюсь с помощью интернета. Так, это не то. Давайте, наверное, все-таки попробуем плутовская свистопляска выбрать. Ну и что у нас записка? Я расскажу вам про лучших воришек. Пусть даже о них не написано книжек. Брат и сестричка, команда что надо. Если где-то есть золото, то они где-то рядом. Из этих двоих похитрее Фаталь. Свой кошелек я ей доверять бы не стал. Сестра похитрее, а вот Гаста силен. Ох, сколько делишек провернули вдвоем. Что угодно утащат, умыкнут, украдут. Ваша вещь без присмотра, а не тут как тут. А пока вы тут слушали, разинув пасти, они у вас успели все кошельки украсть. Неплохо. А вообще это неплохо. Хотя про меня можно было и побольше спеть. Так, у кого серебряное кольцо? Беларлар. Это скрыга, что нас арестовал. Он забрал кольцо. Он и стражник, а стражит дневную смену. А по вечерам сидит в столовой. Любитель поиграть. Да, кольцо носит на шее, на цепочке. Может, он захочет на что-нибудь обменять? Нет, вы посмотрите на него, это запросто. Вы вот поспорить на него, это запросто. Ага, если ставка будет высока. Так, погоди-ка. А имеется в виду стражник, который на кухне. Это, наверное, тот, который на кухне вот сидит, этот, блин, как его. Который во что-то играет. Пойди с ним надо поиграть. Пойдем все-таки с ним попробуем поиграть. Надеюсь, он мне отдаст кольцо. Надеюсь, удастся его выиграть кольцо. Пойдем. Сейчас мы дойдем до туда. Точнее, не дойдем, доплетемся как-нибудь, дотащимся. Кое-как. Нам надо на кухню, значит, да? Блин, дядька, ты вот какого хрена стал у меня на пути?
Так, надо сохраниться, не забыть. Первым делом сохраняемся. Так, а вот теперь идем на кухню. Вот тут с этим вот, наверное, и надо поговорить. Игрок. Добрый день, друг. Как тебя зовут, парень? Лар. Белар Лар. Точно, это вот он и есть. Значит, надо с ним играть. Ну ладно, во что предлагаешь сыграть? В кости? Принимаются ставки от 2 до 5 флоринов. И 5 флоринов статуи взнос. Играешь? Так. 5 флоринов. Напомни им правила. Хорошо, мы два раза бросаем игральную кость. Результат высокий, если в сумме получается 8, 9, 10, 11 или 12. Результат низкий, если в сумме выходит 2, 3, 4, 5 или 6. Результат семерка, если сумма 7. Перед выбором броска ты должен выбрать один из трех вариантов. Победившая ставка на высокий или низкий результат дает в два раза больше поставленной суммы, а на семерку в 4 раза. Играешь? Я ни хрена не понял, честно говоря. Давай ставлю 2 флорина. Хорошо, играем. Итак, прежде чем бросить, выбирай, по-твоему, сумма двух бросков будет высокий, низкий или семеркой. Предположим, будет высоко. Ты уверен? Да. Ладно, делай свой первый бросок. Мы бросили кости. Так, бросай еще раз. Бросить 2. 2 броска кости. В сумме получается 7. Ой, сожалею, парень, но ты проиграл. Давай сыграем еще раз. Блин, кошмар. Может, в этот раз сделаем игру интереснее? Что ты имеешь в виду? Если выиграю, я заберу твое серебряное кольцо. Ладно. А если выиграет заведение, я заберу твою лютню. Блин. Ну ладно, хорошо, я согласен. Вот и ладно. Выбирай, друг, высоко, низко или семерку. Блин, я могу проиграть. Ладно, 5 высоко. Ты уверен? Да. Ладно, делай свой первый бросок. Бросили 3. Так, бросай еще раз. Вы бросили 5. 2 броска кости. В сумме получается 8. Это высоко. Ты выиграл. Ха, я выиграл. Хорошо, отлично. Блин, круто, я выиграл. Крыса какое-то мгновение смотрит на вас, затем снимает серебряное кольцо и толкает по столу к вам. Может быть, позже ты дашь мне шанс отыграться, скал. Ладно, все, тогда больше не надо с ним играть пока. Пойдем отсюда. Отдадим сейчас колечко. А, не, погоди, мне даже силусу отдать колечко, да? Вернуться к силусу серебряным кольцом. Все, тогда пойдем к силусу. Я же знаю сейчас, каким путем пойдем. Вот так, нет, наверх мне надо. Блин, ну ты встал удачно еще, бля. Давай сюда. Сворачиваем. И по вот этой какого. Подъемнику поднимаемся наверх. Он же здесь еще не ушел никуда. Вроде не должен. Да, он все еще здесь. Хорошо. Так, Силас. Тилу, ты вернулся. Я принес от мышей серебряное кольцо. И у меня новости, отличные новости. Тюремный транспорт должен сделать здесь последнюю остановку по пути в Ю. И там мэра. Ты уверен? Да, уверен. Ее имя внесено в столовый манифест. Он может причалить в любой момент. Гань, как туда добраться? Можешь спуститься на подъемнике до самого низа или пойти по тропе от дальней башни. Удачи, мышь. Сила, спасибо тебе за все. Я рад, что смог тебе помочь. Что ж, иди, если буду нужен, ты знаешь, где меня найти. Погоди, серебряное кольцо. Кинув, вы вытаскиваете из сумки кольцо и бросаете его Силусу. Бросаешь, как мышь. Так. Ну все, тогда что дальше получается у нас?
В Осадене. Встретитесь в тюремный транспорт, найдите Миру. О, вот оно как. Теперь я могу, значит, найти Миру. Кстати, мне надо будет еще найти вот этот, блин, свисток для вора еще. Но это уже будет в следующем видео, значит. Ну что ж, очень удачненько получилось. Кольцо мы нашли, отдали Силосу и узнали про Миру. Теперь можем идти спасать. По крайней мере, попытаемся, по крайней мере, ее спасти. А сейчас мы, наверное, на этом и закончим наше видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.